Администрация и профсоюзный комитет Открытого акционерного общества «Торгмаш» с Днем защитника Отечества поздравляет мужчин предприятия, пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. Администрация и профсоюзный комитет Открытого акционерного общества «Торгмаш» поздравляет мужчин предприятия, пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Самое ценное в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. Именно поэтому этот знаменательный праздник глубоко почитаем людьми как символ высокого патриотизма, верности долгу, мужества, единства всех поколений, сохранения свободы и независимости родной земли. В этот торжественный день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Желаем вам всегда оставаться надежной опорой для всей страны, предприятия, родных и близких людей. Мира, здоровья, благополучия. За ваше мужество, за ваше благородство мы от души спасибо говорим. Кто до конца мужчиной остается, тот в доблести своей непобедим. Сегодня, в День защитника Отчизны, мужчин поздравить с праздником хотим, им пожелать достойными быть в жизни, чтоб путь их был открытым и прямым. Администрация и профсоюзный комитет филиала «Барановичские электрические сети» РУП «Брестэнерго» с Днем защитника Отечества поздравляет мужчин предприятия, пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. День защитника Отечества – это праздник всех мужчин. В понятие «Отечество» входит многое – отчий дом, семья, страна, дорогие сердцу люди и работа, безусловно, нужная и необходимая стране, земле, на которой родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг мужчин. Честь и мужество – не просто слова. И мы верим, что ни повседневная рутина, ни быт, ни мелкие неурядицы не смогут уничтожить эти ваши качества. И если нужно, вы всегда встанете на защиту своей семьи, дома, родины. Искренне желаем, чтобы спокойные, благополучные дни, годы и десятилетия вашей жизни были еще и продуктивными, эффективными, были наполнены успешными творческими поисками, удовлетворением от достигнутых результатов и теплом близких людей. Пусть все, что вы делаете, вызывает только уважение, признание, восторг и благодарность тех, кому вы посвящаете свои труды, отдаете силы, ради кого стараетесь достичь высоких жизненных результатов. Настоящим мужчинам пожелание таковыми оставаться навсегда. Наша защита вы и достояние. Без вас никак, без вас совсем нельзя. И этот день по праву вам дается, пусть этот праздник радость вам несет. И каждому удача улыбнется, и счастье непременно всех найдет. Администрация и профсоюзный комитет Открытого акционерного общества 558-й авиационный ремонтный завод с Днем защитника Отечества поздравляет мужчин предприятия, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда. Поздравляем всех работников, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда Открытого акционерного общества 558-й авиационный ремонтный завод с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Во все времена героизм, мужество защитников Отечества, мощь и слава оружия были неотъемлемой частью величия государства, гарантией целостности и независимости родной земли. Гордость за наших защитников, за нашу армию, за ее историю, за людей в погонах передается от поколения к поколению. Этот день по праву является праздником всех настоящих граждан, которые своим трудом и службой обеспечивают надежную безопасность и высокую обороноспособность государства и всегда готовы защитить суверенитет и независимость нашей Родины, мирный труд белорусского народа.
Желаем вам всегда оставаться надежной опорой для своей страны, родных и близких людей. Мира вам, добра, мужества и выдержки, здоровья, счастья и благополучия, успехов и удачи во всех делах. Поздравляем с Днем защитника Отчизны. И мужчинам всем желаем от души, чтобы было все прекрасно в вашей жизни, чтобы достигли вы желаемых вершин. Будьте счастливы! Желаем вам надежды, радости, здоровья, долгих лет. Пусть февраль, завьюженный и снежный, в памяти оставит теплый след. Администрация и профсоюзный комитет Открытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» с Днем защитника Отечества поздравляют мужчин предприятия, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда. Уважаемые коллеги, искренне поздравляем всех с настоящим мужским праздником – Днем защитника Отечества. 23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны и военную форму, а также для всех женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали возвращения из рядов вооруженных сил своих сыновей, братьев, любимых. Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, беря пример истории своего народа и его лучших представителей. Несмотря на смену времен, в настоящее время, 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Поэтому сегодня мы поздравляем вас с праздником здоровья, выдержки, новых профессиональных высот, счастья, семейного уюта каждому из вас. Пусть ваша жизнь будет полна поводов для гордости собой, своими делами, поступками и достижениями. Желаем, чтобы у вас на все хватало здоровья, мужества, энергии, времени и терпения. С Днем защитника Отечества сегодня мы, мужчин, дорогих, поздравляем. Стать удачливей, успешней и свободней в этот день вам непременно пожелаем. Чтобы все на 100% получалось, достижений новых и побед. Чтоб в пути препятствий не встречалось, долгих, ярких и счастливых лет. Дорогого, любимого мужа Виктора Федоровича Селезнева с Днем защитника Отечества поздравляет любящая супруга Нила Кирилловна Селезнева. Любимый муж, защитник мой родной, искренне от всей души поздравляю тебя с Днем защитника Отечества. Знаю, что за твоей спиной ни мне, ни нашим детям, ни нашему дому ничего не грозит. Многое бывало в нашей жизни, но я рада, что никакие жизненные неурядицы не смогли сломить твой мужской стержень. Ты истинный офицер, и я счастлива, что много лет назад не ошиблась, вручив тебе свою жизнь и судьбу. Рядом с тобой мне надежно. Спасибо тебе за любовь, твою заботу, что жалеешь меня и бережешь. Пусть каждый твой день будет встречен тобой в добром здравии и в добром расположении духа. Пусть над твоей головой будет чистое небо и светит яркое солнце. Поздравляю я мужчину, он мой муж и мой герой. Будь всегда таким же милым, быть хочу всегда с тобой. Ты всегда был моим солнцем, моим небом и звездой. Я люблю тебя и вечно буду рядом я с тобой. Своих дорогих, любимых мужчин Александра Львовича Аметова и Артура Андреевича Кушнира с Днем защитника Отечества поздравляют любящие Ольга и Карина. Дорогие наши мужчины, примите поздравления с Днем защитника Отечества. Этот праздник призван возносить хвалу мужеству и доблести. Именно за эти черты мы вас и выбрали. А за вашу чуткость, нежность и отзывчивость теперь мы любим еще сильнее. В этот праздник хотим сказать вам самые теплые слова. В вас
мы видим все черты настоящих мужчин – благородство, честь, твердость духа и ум. Желаем вам честью и достоинством защищать мир и покой своих близких, делая каждый день счастливым для тех, кто вам по-настоящему дорог. И пусть страницы жизни будут для вас и ваших родных мирными, созидательными, стабильно спокойными и благополучными. В прекрасном имени мужчина звучит и мужество, и честь. Быть вдохновенным без причины. Мечта и ум – все это есть. Уметь любить, дарить нам счастье, порой непостоянным быть. То уходить, то возвращаться и в то же время нас любить. Пусть Бог оберегает вас всегда от лжи, предательства, обмана. Пусть будет благосклонна к вам судьба, жизнь будет полной без изъянов. И пусть звучат всегда слова о вас, единственных, любимых, о тех, кого природа назвала прекрасным именем – мужчина.